Звоню знакомой. Алло, Оль, привет, это Катя. Слушай, Оль, Катюш, привет. Завтра к тебе можно на ногти записаться? Есть окно? Сейчас, Кать, посмотрю. А что ты делать хочешь? Ну, желак, как обычно. Красный. Чтоб я по времени. А? Ага. Смотри, какая женщина. 17:00 есть время. Давай, давай, подойду. Значит, 17:00. Записал, да? Алло. Алло, записал, да? Сейчас перезвоню. Это интернет у меня глючит. Или не у меня? Так. На телефон перезвоню. И посмотрим, будет регистрироваться или нет. Да, да. Алло, записала меня, да, на 17:00? Да, Катюш, записала на 17:00. Угу. Слушай, а ты случайно в Faberlic не регистрировалась? Да нет. А что? Ну там. А там сейчас просто подарок, хостовары идут всем, да? Это порошок и кондиционер для стирки, тебе, наверное, не помешает. Ты слышала про их хостовары вообще? Да нет. А что, действительно классные? Ну да, я давно пользуюсь, хорошие. И еще скидку тебе, значит, 20% будет. И если тебе нужна еще подработка, то там обучение бесплатно дают. Я тебе могу выслать. Это что? Да. Ну, давай тогда в WhatsApp я тебе давай вышлю все подробности, и там какие данные мне надо, ты мне сразу вышлешь, и все, я тебе регистрацию сделаю, скидку оформлю, вот, и это, подработку, давай, обучение вышлю. Давай, если все вышло, тогда ты подробно расскажешь. Давай, ага, все, давай, пока. Давай, пока, пока, жду. Сейчас все отправлю.